Всем привет! Решение, про которое буду рассказывать и здесь показывать, это такая, я уже писал, что это такая своеобразная гремучая связь решений Red Hat, Java и Microsoft. Причина самая простая, я сейчас applyюсь на Microsoft MVP Persons и большую часть решения предоставляю на базе MVP, вернее, на базе Azure с поддержкой различных Azure сервисов. В этом случае это будет поддержка Azure DevOps. Здесь она будет, я ее немного затрону, расскажу, как она здесь организована, и расскажу, какие дальнейшие степы можно сделать, чтобы ее имплементать и, к примеру, использовать с приложениями веб-апов. Поэтому поехали. Итак, что вообще Quarkus и что Quarkus из себя представляет в жизни? Sorry. Quarkus — это Java фреймворк, который сделан GraalVM. Он является нейтивом для Kubernetes. Ну и, соответственно, сам Red Hat его пропагандирует как это самый-самый удобный фреймворк для работы с Kubernetes, потому что все сервисы, все аппликейшены, они являются 12-факторными аппликейшенами для микросервисов, они быстро запускаются, имеют под собой кучу библиотек, все эти библиотеки имеют функции lazy инициализации, они являются нативными в Kubernetes, очень быстро запускаются. Ну, и в результате проверки, в результате работы с самим Quarkus, это оказалось правдой. Поэтому я готов это сказать и представить вам. Основная цель Quarkus — это дать возможность создать мульти-лайбрари, мульти-фреймворк приложения, которое умеет взаимодействовать между различными стейтами, выдавать результат, и это приложение должно запускаться очень и очень быстро. В некоторых случаях скорость запуска была в районе 0,08 миллисекунды для приложения, которое отвечало за сервис предоставления аутентификационных данных. Само приложение включает в себя набор библиотек, которые нужны, которые очень легко будет получить с самого Quarkus сайта. Ссылки будут в этом, в этой презентации ссылки будут, вы их, конечно же, увидите и сможете сами потом попробовать. И сам Quarkus, они в какой-то степени представляют в виде function as a service. То есть любое мелкое приложение, мы можем в нем дописать необходимый нам контроллер, и это приложение, и это application будет в непосредственной архитектуре сразу же продеплоено в Kubernetes и будет применено, в, к примеру, в текущей dev-среде, либо же в текущей там, среде стейджа, либо же очень быстро применено на проде, что повлечет за собой zero downtime и повлечет за собой fast functionality. Еще одна из особенностей этого приложения, так как оно имеет lazy инициализацию, то само приложение не требовательно к scope ресурсов. И когда мы пишем scope ресурсов в deployment для Kubernetes, мы можем не указывать максимальный scope ресурсов, что в принципе для Java-based приложений рекомендовано делать. В этом случае мы можем не указывать, и мы будем уверены, что оно у вас не отъест более чем 200 МГц 200 МГц ресурсов CPU и порядка 2 ГБ оперативной памяти. В принципе, 2 ГБ оперативной памяти — это самое максимальное, что у нас оно отъедало. Сам контейнер представляет собой очень маленький. И те функции, которые подкупили именно нашего клиента, являются preboot. Первая функция, первая, почему именно preboot, потому что приложение является микросервис ready, все переменные содержатся в environment variables, мы их передаем туда через upsettings, они автоматически попадают на момент сборки приложения, мы собираем с этим maven, но также поддерживается Gradle сборщик. То есть достаточно хорошо и удобно и быстро все работает. То есть сразу приложение попадает, сразу variables попадают в стартап-код.
они являются сразу сериализированными и могут быть использованы для доступа к различным фичам. Что в реальной жизни и в Кубере нам это позволяет сделать? Мы можем передать связки между, к примеру, AMPP и каким-то нашим приложением, которое отслеживает ход выполнения запроса. И следующее приложение, которое предоставляет услуги для фронта, оно возьмет из MessageQ этот статус, отобразит его в красивом виде. И само создание такого предложения, то есть у вас займет, ну, лично у меня оно заняло порядка 4 часов для момента создания proof of concept для клиента, и это было очень-очень круто. Потом большая часть данных, которая имеется при билде, она процессируется в момент билда и сохраняется внутрь самого приложения. То есть в момент запуска GVM, как я уже говорил, большая часть сервисов является lazy loaded, и они запускаются только в тот момент, когда они нужны. Это есть основная особенность Quarkus, и за счет этой особенности мы имеем low memory utilization, что для Java-based приложения, я поверьте, это, ну, достаточно не характерно. Ну, и, соответственно, как результат, low memory, low CPU – это очень быстрый старт, и все метаданные, которые нужны для приложения, они уже запроцессированы, и, могут быть, и мы можем сразу же обучаться. Как я уже говорил, если мы пройдемся по Quarkus, по функции 12 факторов для микросервисной архитектуры, мы сразу же можем видеть, что сама кодебейс приложения у нас есть JavaBase, оно хранится в одном месте VCS, а трекинг между релизами и стеджами мы можем использовать на базе апсеттингсов самого приложения. Это стандартный текстовый формат. Добавляем, к примеру, DevStage, и он собирает и пушит на DevStage. Все dependency, ну, тут не мне вам рассказывать, должны уже сами понимать, что Maven-based dependency – это form-файл, в котором есть секция dependency, мы можем туда указать, и не все собирает. Конфиги сторятся у него на базе environment-based, мы можем их передавать через конфиг-мапу, и они попадут внутрь приложения и прочитаются с апсеттингса. Build, release, run. Запускается, все здесь уже, кстати, зависит от той структуры, которую вы будете использовать. Если я буду вам рассказывать сейчас на базе того, что было представлено клиенту на Azure DevOps, есть стейджи, которые у нас могут сделать build, которые у нас могут сделать релиз, также в релизе мы можем сделать post-release actions на базе деплойментов, также можем поставить туда будем гриты и будем знать, что у нас наше приложение будет доставлено в соответствующий environment, который нам нужен. Port binding. Ну, приложение представляет собой Docker-based структуру, поэтому port binding, также, соответственно, как и для всех контейнеров, является explicit. Мы можем всегда загейтовать любой порт, который хотим. Concurrency. Приложение у нас получается stateless. Соответственно, оно у нас может как угодно скалироваться. DevProt. Я уже вам говорил о том, что приложение в апсеттингсах самого приложения есть такое понимание, как аннотации различных сред, и для аннотации различных сред оно будет собираться на базе докер-файла, и докер-файл представляет собой несколько параметров. Там есть native, есть maven докер-файл для сборки и процессинга самого нашего приложения. Логи. Здесь вопрос, конечно, неоднозначный, потому что логи у нас проводятся в stdout, и с stdout через stream logging оно попадает в случае с нашим приложением оно попадает в Prometheus, и с Prometheus мы уже его смотрим, и с Prometheus мы уже делаем query для того, чтобы определять статус нашего приложения. Ну, админ процесса мы не делали админки, поэтому этот фактор нам в принципе не нужен.
Сама экосистема Кваркуса, здесь у меня представлен скриншотик, и давайте я, в принципе, вам покажу его из самого сам сайта Кваркуса. Не то. Если мы посмотрим здесь, то для работы с вебом мы имеем кучу различных функций, начиная от стандартного REST Easy и заканчивая, ну, к примеру, WebSockets. Я, если честно, с WebSockets даже в мою бытность от Java Dev я не работал особо сильно, но вам уверен, что оно поддерживается и работает. Различные типы дата-сорсов, то есть работа с датами. Но сразу хочу заметить, здесь многие фичи находятся в превью-режиме. Что обозначает превью-режим для Кваркуса? Обозначает, что у вас в какой-то момент выпадет exception, и никто вам помочь не сможет. Вам, скорее всего, придется перезаписать этот клиент для работы с данным, для работы с данным типом дата-ресурсов. Месседжинг, как я уже и говорил, поддерживает различные типы. Мы использовали стандартный MPP. Все работает, все хорошо. Различные типы клаудов. И если вы видите, что даже поддерживается Azure Functions в превью, я пробовал, но поддерживается. Но опять же, как я и говорил, возникают вообще в такие моменты, в которых мы даже можем и не угадать. И при том же, что самое интересное, это exception возникает в этот запуск, а на следующий запуск этого exception нет. Поэтому пока именно с функцией preview я бы не советовал работать. Это лично мое мнение, вы уже сами как посмотрите, так уж вы и решите. Securitization. Vault поддерживается в превью, но Azure Vault поддерживается полностью, хотя он здесь и не указан. Различные типы интеграционных фич. С Business Application поддерживается сервис Tengito. И что самое интересное, мы видим альтернативные языки поддержки, то есть Java-based, это Kotlin и Scala. То есть если ваш проект идет на базе Scala, welcome, Quarkus одна из вещей, которая поможет вам его сделать микросервисное и засунуть его в Kubernetes. Let's continue. Как я уже и говорил, что само приложение Quarkus, оно готово для работы с различными типами клауд-системы. Давайте, кстати, я опять же сделаю шоу и открою вам это приложение у себя в Visual Studio. То есть я его собрал себе, сделал уже с ним QuickStart. И в результате образования QuickStart оно образует себе два файла. Это Azure Maven Settings и Azure Pipeline Settings YAML. Azure Pipelines – это часть Azure DevOps. Если вы это приложение сейчас я пушну в Git, и потом Git подключу к своему Azure DevOps, то у меня автоматически соберет Build Pipeline, в котором будет один стейдж, направленный, один job с стейджом Maven, направленный на Maven Builds. Если вы посмотрите, здесь увидите параметр Native Image Docker Builds, который мне обратится к Docker-файлу JVM, создаст на нем build, и после этого на базе Docker Native файла мне создаст приложение, в нашем случае это image контейнер с нашим Quarkus application, который уже в принципе можно будет запускать. Вариант запуска здесь указан. Также мы можем здесь в этом стейдже дописать новый task, к примеру, build and push. В таком случае мы укажем для таска build and push только один Docker Native файл. Результат сборки артефактов будет наш контейнер, который можно будет автоматически засунуть в ACR. Ну,
при условии того, что, к примеру, вы в вашем DevOps пайплайне. Сейчас мы его откроем. Что все плохо-то? В этом случае вам надо будет обязательно в ваших сеттингсах указать у вас проект выбран. Сори, секунду, вам такой проект у меня. В сервис коннекшнах надо будет указать ваш сервис коннекшн, во-первых, к какой-то, в данном случае у меня есть сервис коннекшн для ARM, который у меня предоставляет доступ для ACR билдов. То есть физически мы можем отдать сам билд, который указан в этом моменте, в сторону Azure Container Registry Builds. Он нам соберет на стороне Azure контейнер, и этот контейнер пушнет в сервис, который у нас будет указан в сервис коннекшене для нашего для нашего проекта. Прошу обратить одно внимание, что данный сервис, у вас должна быть подписка на данный сервис, чтобы вы могли обращаться к этому сервису, иметь к нему полный коннект, иметь на него права на создание билдов. Кстати, хочу отметить, что стоимость ACR билдов достаточно мала, и у нас на момент кода фриза происходило порядка, порядка 70-80 билдов в течение часа, и за день получалось их порядка 1000 штук. И стоимость оплаты услуг ACR за месяц не превышала $7. Я не встречал более дешевых вариантов. Нет, стоп, я обманул, но я встречал более дешевый вариант. Более дешевый вариант был в Oracle Cloud. Вот, но там мы использовали просто VM-ку, вот, и если откинуть стоимость VM-ки для Docker Build, то да, Oracle Cloud дешевле. Окей, let's continue. Давайте мы еще рассмотрим этот пайплайн, что он из себя представляет, и что с ним мы можем взять. Мы видим, что в этом пайплайне у нас используется билд-агент самого Azure. Он запускает билд-агент на Ubuntu 16.04, подставляет, создает нам имидж с именем Quarkus и build-ID. Сколько вы знаете, что для билдов мы можем использовать несколько тегов, и, соответственно, если мы укажем здесь multi-tags, то у нас будет, может одновременно собираться и build ID, и также нам будет собирать и такой тег, как latest. При этом, если мы будем пушить в ACR, то поставив webhook между ACR и webapp'ами, мы можем сделать continuous delivery в webapp нашего билда, нашего контейнера на базе latest тегов. То есть мы всегда будем иметь WebApp и latest. Ну, вы должны еще понимать, что WebApp требует времени для того, чтобы наш контейнер был продеплоен. Maven Settings. Azure Maven Settings – это достаточно такая классная штука, в которой указываются все зависимости, которые у нас используются для билда Azure. Значит, мы можем посмотреть в реальную жизнь, в реальной практике, практически с реального кода. Вот оно. Итак, у нас здесь указан
тип репозиториев, с которых мы будем забирать наши зависимости. Также у нас указаны активные профили, которые мы будем делать. Это дефолтное значение самого Maven Settings для Azure билдов. Расширяется он с помощью стандартного пома для MVN билда, то есть если мы будем собирать локально, делаем Maven Clean Install, мы будем собирать на базе пома. Если Azure будет собирать, то Azure будет собирать через Azure Maven Settings и потом только будет применять пом XML. Здесь у нас опять же указано, что мы собираем, откуда мы собираем, тип плагинов, которые мы используем. Ну и, насколько вы видите, здесь мы используем Java 1.8, но Java 8 мы используем, да. Сам Quarkus поддерживает 10, 11, поэтому не думаю, что с этим будут какие-то трудности и проблемы при сборке. Если же мы собрали наш контейнер, мы имеем уже наш готовый артефакт, и мы хотим его продеплоить в нестандартный, ну, не в тот Kubernetes сервис, который мы имеем от клауда, например, мы хотим его продеплоить себе в мини-куб, то возможности Quarkus это позволяют сделать. В первую очередь, я уже вам показывал Docker для сборки. Он указан здесь. То есть мы можем сделать стандартный Docker build. При этом у нас соберется наш микросервисный контейнер. После этого этот контейнер мы можем засунуть в наш мини-куб и, соответственно, получить себе рабочее Maven приложение на своем локальном environment. Что это нам дает? В первую очередь нам дает так называемый development environment, который нужен каждому из девов. Что это дает DevOps в общем? Он дает ему экономию времени. Нам не потребуется создавать какой-нибудь, не знаю, скрипт для того, чтобы поднимать microservice environment на стороне вашего разработчика. Да, вы можете, конечно, пойти хитрым путем, деплоить все в АКС, поднять DevSpace. И, соответственно, когда у вашего разработчика будет появляться коннект к интернету, он будет себе пушить свой result-контейнер в его dev-среду разработки, и, соответственно, он может уже взаимодействовать с другими клиентами. В случае с мини-кубом придется использовать что-то похожее для GitOps, в котором у вас будет храниться ваш контейнер в какой-то, точнее, описание вашего контейнера и кода будет храниться в каком-то VCS, и с VCS будет забираться контейнер, билдаться и пушиться в регистр. Здесь представлен, как можно продеплоить с помощью kubectl данное приложение, ну и, соответственно, как его показать всему миру, либо же показать вам локально, чтобы вы могли к нему получить доступ. Вся данная информация доступна на сайте Quarkus. Также я ее сделал в виде комментов к этому слайду. Вы всегда можете это взять и поработать с этим руками. Кстати, еще раз советую, прежде чем вы будете советовать вашим девам использовать Quarkus, хотят сначала создать на нем Hello World, посмотрите, как он будет работать. Как начать? Здесь все очень круто, очень легко и вообще до такой степени предсказуемо, что вы не поверите, как это делается. У Quarkus есть свой плейграунд, который вы можете себе просто создать ваше приложение. Секунду. За несколько минут. То есть он пишет, что у вас время для создания вашего Hello World вам потребуется 10 минут. А что из этого всего вы можете взять? То есть у вас есть сценарий, который вы можете просто взять, стартовать, и он у вас будет работать.
Потому что, сразу хочу сказать, это реально катакодовский environment, который в реальной жизни вы себе можете получить, типа, и с которым вы можете посмотреть и просто попробовать его, что к чему это приведет. Что еще хотелось бы вам сказать по Кваркусу? Кваркус — это достаточно легкое приложение, которое вам позволяет сделать очень много, создать очень быстро микросервис какой-нибудь, который вам нужен для работы. Также очень быстро он может продеплоить ваш environment, и при этом оно поддерживается практически всеми типами клауда. Иногда бывает очень трудно формулировать поддержку к Azure, то есть именно самого контейнера, чтобы он работал напрямую с Azure. Не знаю, приходилось ли вам работать с Windows-based контейнерами, но Windows-based контейнер для того, чтобы засунуть в AKS, ему надо создавать virtual node, он будет делать Windows-based virtual node, чтобы подключать к уже созданному AKS с расширением, добавлением от него какого-то нетворка. Очень долгая работа. Вот, то если мы говорим про Кваркус, то это Linux-based контейнер. Этот контейнер очень легко и быстро попадает вам внутрь вашего окружения. После того, как он попал в ваше окружение, он начинает работать сразу же. И все изменения, которые вы хотите внести в ваш контейнер, они тоже происходят очень быстро. К примеру, я сейчас уже скомпилил, он мне что-то там закомпилил, что-то там запустил. И он мне говорит, пойди вот и посмотри, что ты видишь, да, что у тебя все работает. Потом он мне говорит, что давай вот в этом месте добавь себе какие-то изменения, да. Что он там говорит добавить? Hello поменять на hello, да. Я поменял. Я перейду сюда, обновлю. И видим холла. То есть изменения происходят в онлайн, в автоматическом режиме. И то же самое изменение будет происходить и в режиме разработчика, когда я буду разрабатывать, например, через VS Code, либо же через какой-нибудь другой вариант приложения. Из позитивных моментов. Это быстрое, это легкое приложение. Из негативных моментов. Достаточно много сервисов, которые находятся в превью режиме и которые периодически падают. Из негативных режимов достаточно высокий порог вхождения и создания структуры самого Кваркус приложения. Но если вы это уже сделали, то его поддерживать и точнее досоздавать к нему инфраструктуру сможет разработчик DevOps достаточно низкого уровня, то есть написание бизнес-логики очень простое, написание каких-нибудь датасетов еще легче происходит, а работа с ORM, аннотационная часть очень легко и очень быстро, поддержка различных дата-систем для создания своеобразных стейтов происходит быстро, хорошо. Поддержка MS SQL High Availability, да, есть. Она организована через Hibernate ORM, и она работает с высокой скоростью. Там единственное, в чем может быть у вас загвоздка, это с подбором CTP для вашего MS SQL High Availability. Но если вы подберете и настроите один раз, то будет работать. Поддержка клауд-систем. Сначала мы его использовали в AKS дефолтно, все работало. Также у нас были некоторые попытки его перевести на AWS, тоже все работало. Поэтому могу сказать, что Cloud Independent в нем есть. Как таковое, сама система Quarkus заточена под OpenShift. Ну, я бы не сказал, что она заточена так, как затачивает некоторые редхатовские сервисы. Небольшое изменение данных, к примеру, изменение в здесь Maven Pipeline, в Azure Pipeline, добавление какого-то степа, связанного с ACR-билдами,
проходит на ура, и SCR билды подключаются. Единственное, в этом случае надо понимать, как работает Azure DevOps для того, чтобы создать правильные коннекторы и создать правильные сеттингсы. Из поддержки самого Maven, в моем случае, Maven version, по-моему, так. Что никто написал. Минус V. У меня стоит 3.6.3. Все работает, все замечательно работает. В моем случае Java 12 тоже собирается, все билдится. Поддержка какой-нибудь сугубо нетрадиционной операционной системы. Я видел людей, которые работали с FreeBSD, по-моему, у них 8 была, и у них тоже все работало. Единственный вопрос – правильный приготовленный Java environment, потому что мы всегда зависим от JVM и зависим от версии Maven в нашем случае. Gradle мы пробовали, тоже собиралось, тоже работало. Поддержка размещения в Docker Hub, куда же мы без него. Я просто говорил, что ACR в виде Azure Container Registry, но по умолчанию Docker Hub тоже пушится и тоже оттуда можно собрать. И также можно создать на Docker Hub, с помощью Docker Hub можно создать Webhook Trigger и пушить WebApp Latest Version. Все будет работать. Поддержка каких-нибудь интересных фич в виде Event Hub для MCHQ работает, но она работает через стандартные AMQP. Поддержка ORM в виде Mongo, да, есть в превью-режиме, но в тот же самый момент я как один из участников и создателей коннектора между non-SQL и, точнее, чтобы в SQL non-SQL, то есть мы можем создать простой ORM, который будет ходить в виде SQL-новых реквестов в MongoDB, и это тоже будет работать. То есть я в любом случае не могу вам сказать, что здесь есть bad features. Единственное bad features, это, еще раз повторю, это достаточно высокий порог вхождения в данную систему. Но когда вы в первый раз попробуете, напишите то же самое там greetings, да, для Hello World, и у вас все получится и все сработает, вы будете удивлены, насколько это легко и быстро работает. Также те ресурсы, которые я бы вам посоветовал посмотреть по Кваркусу. В первую очередь, это плейграунд самого Кваркуса, в котором вы просто сможете понимать, подходит ли вам такое решение или нет. Официальная документация – это quarkus.io и код-саппорт для кодебейса, чтобы вы могли себе сгенерировать sample application – это code.quarkus.io. Все ссылки у меня указаны в конце моего предложения. Ну и, соответственно, вдруг кто не знает, поддержка 12-факторности для микросервис архитектуры указано здесь. Поэтому милости прошу в мир Кваркуса, используйте его для создания микросервисной архитектуры. Если вы уже имеете монолит, то попытайтесь с помощью Кваркуса разбить ваш монолит на микросервисы и использовать его. И делайте это чаще, чаще практикуйтесь, будет больше экспириенса. С моей стороны все. Если есть у кого-то вопросы, я готов ответить. С большим бюджетом, то такую архитектуру не только надо использовать, ее пропагандируют клиенты, ее надо придумывать и использовать. Вот. Поэтому, сори, Женя, извини, что перебил. Прошу.
через Azure DevOps, подразделение Java, архитектуры через Azure DevOps туда же. Все тоже милости прошу. Это, кстати, да, основная часть моего плана на MVP. Это Java плюс Microsoft. Поэтому вы спрашиваете, говорите, пишите, что вам будет интересно. Всегда подскажу, расскажу.